Уважаемые сотрудники ФСИН, наденьте такой браслет на Путина. Это его, а не меня, нужно изолировать от общества и судить за геноцид народа Украины и за то, что он массово уничтожает мужское население России. Приветствую вас, друзья и недруги. Вот это заявление Марины Овсянниковой, девушки с плакатом, сотрудницы Первого канала, которая, как вы помните, устроила демарш в прямом эфире с плакатом «Нет войне, вас здесь обманывают», потом уехала на Украину, на свою родную, где пыталась как-то устроиться, не получилось. В Германии что-то поработало месяц-другой, тоже что-то не сложилось, сейчас вернулась. В России всячески пытается привлечь себе внимание. Так вот, я увидел это в телеге у Невзорова, и самое интересное там, это комментарии. Украинцев в том числе. Овсяннику называют там ФСБшной консервой. Фигачит страшно вообще. Слова, которые я даже здесь не готов цитировать. В общем, никто и почему-то не верит. То есть никакой героизации, романтизации этого персонажа не происходит. Напротив. Вот, впрочем, там достается и Невзорову. Невзорову тоже называют ФСБшной дрянью. Припоминают ему, что он был доверенным лицом Путина, что работал на Кремль, на Первый канал. Ну вот, и всячески, как это принято называть, глаголы ухуесосят. Вот. Просто это очень интересный человеческий материал, которого апеллирует и сам Невзоров. И Овсянникова, похоже, тоже.